Доброе утро, ребята, приветствую вас на своем канале. Сегодня 3 июня, я выехал покататься на дорожку. Но на дорожку буду кататься на веслах, поскольку по нашим законам на этом озере с 15 числа только можно кататься на дорожку, ну то бишь троллинг на моторе. В данном случае я заеду немножко глубже и потом на веслах начну работать. Заодно могу похвастаться, приобрел я камеру Сонька 3000. Сейчас вы увидите, как я ее немножко тестирую. Пока я ее использовать не буду, поскольку у меня аксессуаров для этой камеры пока нету. Но заказать я заказал. Как только заказ придет, я буду использовать и эту камеру, в которую вы меня видите. И, конечно же, на новой камере. Вот. Ну что, спиннинги подготовлены. Сейчас я выберу приманки. И поедем чуть глубже в озеро. Температура, как вы видели, плюс 4. Это 3 июня. С 1 июня было открытие разрешения ловли на судака. Ну, надеюсь, что сегодня что-то будет. Ну что, поехали. Для начала буду использовать вот такие вот яркие цвета, потому что, как вы понимаете, зима прошла. Не знаю, какие сейчас будут работать. Темные, светлые приманки. Пока это раскусишь, и еще плюс учитывая клев, если таковой будет. Хотя по календарю сегодня супер клев. Поглядим, насколько он супер. Вторая приманочка будет вот такая вот легенькая, не сильно заглубляющийся воблерок. Поскольку здесь пока отойдешь довольно мелко. И попробую на него. Потом уже перейду на более глубокие. Насколько они там глубокие, до 3 метров. Ну вот я уже на веслах. Уже запустил оба спиннинга. Приманки вы видели, которые я запускал. Но это чисто для разведки. Не факт, что она на эту цветовую гамму будет брать. Ну, поманипулируем, поиграем. Как будет, так будет. Жаль, что, конечно, на веслах надо ходить. Но ничего не поделаешь. Кстати, по поводу мотора Parson. В прошлом году видео вы посмотрите по ссылке сверху, когда я выехал и мотор начало заливать. Много народу подсказало, как лучше действовать. В принципе, я так и сделал. Нельзя оставлять карбюратор сухим. То есть я в этом году, ну в прошлом сезоне, когда закрывал сезон, поставил, открыл, было пол бака бензина оставшись, я открыл кран, а также открыл воздушную подачу сверху, и так она мне зиму отстояла. И попробуя мотор, как он идет в
с полтыка завелся. И никаких проблем. Вот сегодня от берега отошел. Тоже никаких проблем. Не заливало, не переливало. В общем, если оставляете мотор Парсун 2.6, как у меня, на зимовку, оставляете немного в баке бензина, открываете краник и открываете воздушную подачу. То есть топливо, которое осталось в карбюраторе, будет потихоньку высыхать, но открытый кран и воздушная подача не даст ему засохнуть. Ну вот как-то так. Ладно, пока отключусь. Если что, подключусь. Небольшой ветерок. Волнишко. Но это, по идее, мне не мешает. Волна довольно плавненькая. Сегодня ветра особого не обещали. Только что была первая поклевка, загиб. Подержал, но сход. Но что-то небольшое было. Больше на судака смахивало. Точнее, на судачка. Брал на желто-красный шадрок. Расцветка этого воблера оранжево-красный такой. Розоватый, даже сказал бы. Который вы видели в начале, когда я запускал. Но пока все. Один загиб и... Сори. Здесь на другой удочке я поменял эту мелководную. Поменял на танцора такого морковного цвета с черными полосками. Играет он красиво, но пока не отзывается рыба на него. Ну ничего, еще не вечер. Ребят, вторая поклевка. Что-то тащу. Такой вот судачок. Я думаю, сейчас померю, думаю, Серега сконструировал. Ложу рыбу. Вот. 45 сантосов есть. Здесь метка. Вообще он 50, а здесь метка на 45. Ну вот. Так вот. Есть 45? Есть. Берем. Судак первый в этом году. Очередная поклевка. Вот такой вот окунь. Вот оно. Даже загнуть спиннинг не смог. Тут же сразу еще одна поклевка. Тащу. Что это небольшое что-то? О, щупачок что-то. А! Второй раз прохожу по этому месту. И опять окунь. Не знаю, как вы, а война войной, обед по распорядку. Сальцо, ребята, с чесночком, самая тема. Здорово, ребят. Как-то интересно получается. Попробовал возле берега походить. Игнорируют. Ближе к середине вообще сейчас делать нечего. Ну так. Ближе к берегам ходишь, но не совсем в притирку. Каких метров 300-200 от берега. И все равно выхода в судака не видел. Один какой-то попался. Обычно, когда на выход попадаешь, ну, 2-3 обязательно возьмешь. А тут... О, на этом фланге поклевка. Что-то тащу. Щупачок, что ли, маленький.
такой довольно приличный. Ты ботаняра. Красавец. Поклевка. Тащу, что-то такое бойкое довольно-таки. Щучка, что ли? Вот цепи. Щучка. Одна поклевка какая-то, ну что-то, судя по всему, мелкая. Судачка смахивает, возможно. Щупачок. Как-то он интересно взял. Чуть-чуть свечи тут выдает. Эту буду мерить. Сейчас посмотрим, сколько она покажет. 50 есть. Хвостик чуть торчит. Можно взять. Ну, бойкая была. Ну вот, ребят, такая вот рыбалка получилась. Две щуки, один судак, три окуня. Судака практически, можно сказать, выходов и не было. Но хоть одну штуку дозабодал. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если не понравилось, ставим дизы. Всем удачи на рыбалке. Пока. Да, и не забудьте подписаться на канал. Ну вот такой вот результат. Рыбка есть. И я доволен.